В рамках регионального проекта «Один щелчок спасает жизнь» сотрудники ГИБДД провели встречу с представителями автотранспортных предприятий. Они обсудили причины дорожных происшествий, а также изменения в законодательстве. Четверо из пяти человек, погибших в ДТП, могли выжить, если бы пассажир, сидящий сзади, был пристегнут. С таких данных начала свою речь инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Аверенкова на встрече с работниками автотранспортных компаний. Ее участники отметили, начинать бороться с неутешительными показателями нужно с инструкций для водителей, которые должны убедиться в безопасности перевозки пассажиров прежде, чем трогаться с места. Но есть и другая веская причина ДТП, о которой тоже необходимо помнить. Наша беда – это мобильные телефоны в руках водителей. Если вы заметили водителя, разговаривающего по телефону без применения, значит, наушников, да, как у нас сейчас это называют, соответственно, нужно снять видеофиксацию и, соответственно, сообщить сотрудникам госавтоинспекции. 22 представителям автотранспортных предприятий муниципалитета разъяснили поправки в законодательстве. Они касались правил перевозки групп детей. Ответственность водителя за пассажиров возросла, но увеличилась она и для работодателей, которые нарушают нормы труда и отдыха своих подчиненных.